Тем временем специалисты Федерального Роспотребнадзора предлагают ввести уголовное наказание за употребление в пищу санкционных продуктов. И в первую очередь это касается чиновников. Поедание запретного плода госслужащим будет квалифицироваться по статье «халатность». Ее санкции подразумевают 120 тысяч рублей штраф обязательной работы до 360 часов, а также исправительной работы до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев. По мнению народных избранников, такая мера воздействия на государственных служащих необходима. Своим примером они должны показать, что продуктам, попавшим под санкции, не место ни на прилавках, ни в холодильниках. Ответственность должна быть в том числе и среди чиновников большая до возможного возбуждения каких-то уголовных дел. Ничего здесь страшного нет. Не хочешь, чтобы подпадать под это, не иди в государственную службу. И занимайся другими вещами, где за это с тебя не спросят. А если ты находишься на службе у государства, то государство имеет право с тебя потребовать жить прежде всего по законам и согласно тех норм, какие существуют.